Хотела помочь и случайно убила. На трассе Ярославль-Иваново женщина задавила на обочине человека. 46-летний мужчина на своей «Волге» угодил в кювет. Водитель вышел на обочину, чтобы попросить о помощи. На его призыв откликнулась 55-летняя женщина, управлявшая «Газелью». Сдавая назад, водитель грузового авто слишком сильно надавила на педаль газа и переехала мужчину. Он скончался до приезда скорой.